Да, действительно, мы знаем, что сегодня существуют проблемы, связанные с появлением трещин на склоне в районе 16-й станции Большого Фонтана. В этой связи управлением были выделены средства на разработку проектной документации противоаварийных мероприятий по стабилизации ситуации на участке склона в районе пляжа Золотой берег под санаторием Одесский. Управлением была разработана проектная документация, и на сегодняшний день мы можем сказать, что работы эти дорогостоящие, и сегодня сметная стоимость составляет порядка 56 миллионов гривен. В этой связи для того, чтобы как-то предусмотреть выделение этих средств, поскольку в бюджете города эти средства не предусмотрены, и учитывая стоимость этих работ, которые город не может себе позволить сегодня выделить, управление обратилось в Министерство природы для выделения этих средств как в качестве субвенции управлению из государственного бюджета. На сегодня направлена заявка, которая должна поступить до 1 мая, и после ее рассмотрения будет принято решение о возможном выделении этих средств управлению. На сегодняшний день эти работы необходимо выполнить. Они предусматривают первоочередные мероприятия. Это эскалация существующего склона с разборкой вручную и вывозом этого материала. Затем планируется устройство подпорной стенки на участке протяженностью 500 метров с устройством подпорной стенки на буронабивных сваях. И, соответственно, после этого будет выполнена стабилизация склона, что значительно улучшит ситуацию, которая сложилась на данной территории.